Наши выпускники, они получают диплом полноценный, на нем написано «врач», «лечебное дело». Они могут свободно практиковать в любой клинике Российской Федерации, заниматься любым практическим направлением медицины. Но помимо этого, их знания позволяют заниматься исследовательской научной работой. Наши студенты получают базовые знания по химии, генетике, молекулярной биологии. Наши студенты обязательно выполняют дипломную научную работу. И они имеют возможность выполнять такую работу на базе ведущих клиник Новосибирска, ведущих институтов, которые работают в области биомедицинских исследований. Основное преимущество то, что все-таки достаточно расширена программа фундаментальных знаний, поэтому можно будет не чисто практическим врачом исключительно работать, но также все-таки параллельно наукой заниматься. Основная работа у меня — Институт химической биологии и фундаментальной медицины в должности научный сотрудник при лаборатории инвазивных медицинских технологий и по совместительству врач-хирург в Центре наук медицинских технологий и как более узкая специализация — флеболог. То есть это врач, который занимается патологией вен. За нашими выпускниками стоит очередь из главных врачей клиник, из директоров и владельцев частных клиник, из директоров институтов, как теоретических, так и тех институтов, в которых есть клинические базы. У нас сегодня 26 клинических баз. История у томографического центра достаточно большая. Мы держим лидирующие позиции в стране по применению метода магнитно-резонансной томографии как в диагностике различных заболеваний, так и в научных направлениях, в научных исследованиях. В нашем корпусе медицинском, конечно, идут занятия у студентов медицинского факультета. На втором курсе они изучают физические основы диагностики, на четвертом курсе это курс рентгенологии лучевой диагностики, на шестом курсе это курс компьютерной магнитно-резонансной томографии, и дальше интернатура и ординатура – это основная база для их, в общем-то, уже окончательного завершения их образовательного составляющего. Я пришла в 2007 году сюда писать диплом. Через полгода после того, как я начала работать, наукой заниматься, через полгода нас пригласили в Москву и вручили приз за лучшую научную работу по лучевой диагностике. То есть я, будучи студенткой пятого курса, получила уже признание на российском уровне. Я поняла, что мне не стоит уходить отсюда никуда. Я осталась, и вот эта работа выросла до кандидатской диссертации. Девиз, который дал факультет, — исследуй, исцеляй. Кроме знаний, мы даем настрой на необходимость постоянно учиться, потому что врач должен учиться в течение всей жизни. У нас преподаватели постоянно чему-то учатся, куда-то мы едем на конференции, докладываем, учимся сами, повышаем свою квалификацию. Выпускник вуза будет идти точно тем же путем. Я рада, что меня учили такие преподаватели, как у нас. Вот, тоже очень замечательные люди, которые вложили в нас очень много знаний. 6 лет пробежали как один день, и на самом деле у нас самый лучший университет. Я всегда буду в этом уверена и всегда буду очень ему благодарна за все, что было здесь. На самом деле сегодня очень такой радостный момент, но в то же время грустный.